Всем привет, ребята! Привет! Я папа кот! Всем привет, ребята! Я мама котчка! Та-дам-та-дам! Компот, иди сюда! Иду, мамочка, иду! Эй, привет, друзья! Я компот! Коржик, иди сюда к нам! Бегу-бегу! Из меня вообще ребята! Привет, я! Коржик, как оно? Как настроение, друзья? У меня все прекрасно! Давайте придумаем, какого животного заведем домой. Давайте. Я хочу маленькую обезьянку. Сейчас я ей покажу. Вот она, смотри, какая она хорошая. Давайте ее заведем. Ну, какая только мартышка какая-то. Непонятно. Да, она хорошая, миленькая. Ну, давайте ее заведем, мам. Я что-то хотела больше такого, знаете. Не знаю, у тебя такой длинной шеи. Ну, кого-нибудь, не знаю. Может быть, заведем... большой, с длинной шеей, будет тебе помогать вещи вешать на веревку. Здорово будет, да, дети? Но я не знаю. Это такое, с ним даже не поиграешь. И когда его кормить надо, его это... Надо очень прыгать и лестницу надо. И вообще, я не знаю, я не хочу это жирафа. И я не хочу жирафа. А кого вы хотите, дети? Ну, я, давайте мы заведем с вами льва. Давайте заведем с вами льва. Какой он классный. Такой страшный. Меня все будут уважать в моем дворе, да. Я буду с ним ходить, гулять, кормить и за хвост дергать, и за уши дергать, и за гриву расчесывать, и все буду с ним делать. Давайте, мам. Нет, льва мы не будем заводить. Да-да-да, льва мы не будем заводить. Лев — это очень хищное, опасное животное. С ним играть нельзя. Ну почему? Он такой же классный, такой миленький. Правда, карамелька? Ну, я не знаю. Тихо. Ой, нет, мы не будем заводить его. А кого мы тогда заведем? А давайте мы заведем медведя. Давайте заведем медведя. Вот это да. Какой медведище! Ой, да, на нем можно кататься! Ой, нет! Да не садись на меня, я могу покусать! Ой, да, мистер медведь, извините, пожалуйста, проходите. Будьте так любезны, проходите, да. Так. А кого же нам тогда завести, детишки? Ну, может быть, подумайте хорошенько. Чтобы он мог делать много добра, чтобы он мог делать много-много-много всего. Поливать, чтобы он мог катать, чтобы он мог вешать белье на веревке. И чтобы он мог это, чтобы он был большим, чтобы было не страшно его брать с собой везде, да. Чтобы он не потерялся и чтобы его было видно везде, да, детишки? Да, я не против. Это должно быть большое животное. С большими-большими ушами, чтобы слышать команды. Спасибо, что помогли нам подобрать красивого животного для нашей семьи. Мы вам очень благодарны.